Привет всем любителям мелодрам. Предлагаю прослушать обзор к украинскому сериалу «Тайна Марии». Но для начала подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Для вас это пару секунд, а для нас огромная поддержка. Сериал расскажет удивительную историю молодой Марии, муж которой попал в тюрьму и отказался от жены. После безвыходной ситуации, отчаянная Мария влюбляется в Михаила, совершенно не подозревая, чем обернется их страстный роман. Мечты о семье с возлюбленным оказываются невозможными, поскольку мужчина женат, но не сможет иметь полноценной семьи со своей женой. Жизнь Марии кардинально меняется после того, когда у нее появляется дочка, которую Михаил крадет, и вместе со своей женой Ольгой выдают за своего ребенка. Спустя много лет Мария сумеет отыскать родную дочь, но вместе с этим будет раскрыто множество невероятных. В главных ролях зрители увидят Анну Кошмал, которая сыграет молодую Марию, а также Марию Куликову в роли взрослой героини. Также роли исполнят любимые зрителями актеры Владислав Никитюк, молодой Алексей Пронин, Валерий Николаев, Алексей Пронин, Юлия Першута, Маша, Дарья Легейда, Света в молодости, Леся Самаева, взрослая Света, Мирослава Филиппович, Ольга, Павел Баршак, Михаил, Алиса Лушина, Ася и другие. Режиссером-постановщиком сериала стал Николай Михайлов. Продюсером выступили Виталий Серенко и Вадим Жук, авторами сценария Елена Арбузова и Анна Арбузова. Информации о дате премьеры нет, поскольку съемки сериала только начались, но многие зрители уже с нетерпением ждут информацию о выходе.